17 октября состоялось заседание коллегии Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, на которой подвели итоги работы органов внутренних дел за 9 месяцев текущего года. Коллегия отметила, что произошло снижение регистрируемой преступности, прежде всего тяжкой составляющей, сократилось количество убийств, разбойных нападений, краж. Это все позитивные итоги нашей работы. Что этому способствовало? Безусловно, активное выявление преступлений прошлых лет. Практически 1000 преступлений были раскрыты. Более 13 тысяч преступлений раскрыто, совершенных в текущем году. Задокументировано более 2000 преступлений экономической направленности, свыше 2500 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 150 килограмм наркотических средств. Выявлено более 500 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Изъято из незаконного оборота 136 стволов и более 7000 боеприпасов. Вот такие результаты по итогам 9 месяцев. Благодаря принятым мерам, в настоящее время Ставропольский край является одним из самых безопасных регионов Российской Федерации, и цифры это подтверждают. Удельный вес преступности на 100 тысяч населения – один из самых низких в Российской Федерации.